Теперь новости спорта. Мастер по вольной борьбе, североказахстанский борец Нуркожа Кайпанов победил на первенстве Казахстана в Алматы. Наш земляк в весовой категории до 74 килограммов одержал уверенную победу. Мои коллеги связались с чемпионом по телефону и поздравили его с этим важным событием. Североказахстанский спортсмен победил в новом для себя весе 74 килограмма. До этого Нуркожа выступал в схватках до 70 килограммов. Кайпанов с явным преимуществом одержал победу над борцами из Восточной, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областей. Сделал все, чтобы победить. Теперь цель – попасть на Олимпиаду. Огромное спасибо всем моим болельщикам из Северо-Казахстанской области. По словам тренера Нуркожи Аяна Бейсимбаева, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и ряд ограничительных мер, тренировались они регулярно, чтобы не потерять форму. Результат – победа на первенстве страны. Он просто шел к своей цели до победного конца. Мы выбрали тактику и не отходили от нее до самых последних секунд боя. Нуркожа завоевал победу в достойном поединке. Впереди у Нуркожи немало серьезных соревнований. Спортсмен уже начал подготовку. Стоит отметить, что еще один наш земляк Султан Бейсов занял третье место на чемпионате Казахстана по вольной борьбе весовой категории до 70 килограммов. Индира Баймухамбет, Анастасия Дроняк, Нурбол Балгабеков, служба новостей.